смеси выдаются в Управлении социальной защиты населения Центрального района города. На сегодняшний день их получают 48 мам, дети которых находятся на смешанном или искусственном вскармливании. Справку о необходимости специализированного питания выдает врач поликлиники, где ребенок находится на учете. Срок действия справки не более 15 дней со дня выдачи. Право на обеспечение специализированными продуктами детского питания имеют дети, находящиеся на смешанном или искусственном вскармливании с момента рождения и до достижения ими возраста 6 месяцев, со среднедушевым доходом, чтобы не превышал величину прожиточного минимума на душу населения, то есть получатели ежемесячного детского пособия.